Фонд поддержки предпринимательства Югры продолжает программу семинаров на тему «Пространственное развитие с целью развития предпринимательства в автономном округе». Очередное образовательное мероприятие прошло в Ханты-Мансийске. Его участниками стали свыше 30 предпринимателей, как из числа начинающих, так уже и опытные бизнесмены. Семинар был разбит на 4 блока – социальное развитие, экология и инженерия, транспорт и зонирование территорий, а также экономика и управление. В рамках семинара участники обсудили формирование комфортного климата, ведение предпринимательства, деятельности на территории окружного центра, повышение инвестиционной привлекательности региона, повышение привлекательности конкретной территории для проживания, создание комфортной городской среды. И социальные объекты, которые строятся в городе, и природно-ландшафтные объекты, и транспортная инфраструктура, все это в конечном итоге оказывает либо положительное, либо в некоторых случаях даже отрицательное влияние на развитие бизнеса. В качестве тьюторов семинара выступали эксперты всероссийского уровня, представители Общественной палаты России, специалисты Высшей школы экономики, Фонда устойчивого развития Кейстон и другие организации. Они рассказали югорским предпринимателям не только о развитии малого и среднего предпринимательства и благоустройстве территорий, но и об удовлетворении социальных и духовных потребностей населения. Главные компоненты во всем этом комплексном подходе является экономическая состоятельность городов. А это пассионарность предпринимательского сословия, это состоятельность, значит, самих граждан и способность их самоорганизоваться. После каждого блока состоялось общение с участниками, ведь по замыслу организаторов семинара Фонда поддержки предпринимательства Югры важно получить ответную реакцию от представителей бизнес-сообщества.